ефірі програма «Покидаємося разом». У нас психолог і бізнес-тренер Олена Ігнатова, і ми будемо намагатися вирішити питання, як бути щасливими. Доброго ранку. Доброго утра. Насправді, на сьогоднішній день скільки багато підсказок, як бути щасливим, що інколи і можна взагалі втратитись в усьому цьому, в літературі, в фільмах, якщо ходити до бізнес-тренерів, коучів, психологів. Одні говорять, що потрібно знати, чого хочеш, і багато працювати, і вірити в це. Інші говорять, що це таки у людини є доля, і від цього нікуди не підеш. Що ви думаєте з цього приводу, як фахівець, звісно? Я маю собственний опит і опит людей, які ко мені обращаються. І я могу с уверенностью сказать, что быть счастливым – это возможно. Это нужно, это входит в нашу программу жизни каждого человека. И здесь есть некоторые такие вот моменты, которые вот можно рассмотреть. Каким-то людям действительно нужно прилагать усилия для того, чтобы быть счастливым. Кому-то действительно что-то дается уже изначально. Вот родовая программа, например, у нас у каждого своя есть родовая программа, кроме нашей судьбы, еще есть накопление нашего рода, да? Это такие информационные программы, которые нам переданы. Кому-то легче, кому-то не очень. И мы вот смотрим, разные судьбы складываются, да? То есть это говорит о том, что просто все мы разные. И на каждую ситуацию есть очень много решений. Вот вообще-то считается, что где-то 2000 решений есть на каждую ситуацию. То есть говорить о фатализме судьбы, ну это не стоит, прямо скажем, не стоит. Mm-hmm. Есть какие-то стереотипы мышления, очень привычные, какие-то стандартные у нас решения. И тогда мы просто вот зажаты в рамки этого мышления, и нам кажется, что другого выхода нет. А если все-таки развивать себя и вот расширять свое мышление, и у нас же вообще-то наша эволюция – это эволюция нашего сознания, это не нашего тела, не нашего быта, да? Можно там сидеть в прекрасном замке, в красивой мебели, быть несчастным, да? Это же знают, в общем-то, все. А именно эволюция нашего сознания. И есть такие решения, которые мы принимаем в ситуации, они называются наивысшее КПД. То есть мы попадаем почти 100% как в мишень, да? Вот это действительно было для нас наилучшее решение, оно свыше задумано, оно по нашей программе жизни идет, и тогда у нас действительно открываются все светофоры зеленые горят, все двери открываются, все дела наши получаются. И надо уметь чувствовать. И вот здесь вот начинаются сложности, потому что люди не привыкли чувствовать свою тонкую сердечную интуицию. Вот как в православии старцы учат выставлять ориентир, да, вот какое решение принять. Они говорят, первая мысль от Бога. Все остальные мысли уже там идет накрутка нашего ума, мы начинаем думать, лучше, худше, там, а почему так, а может быть вот так. Хотя думать тоже надо, да, в меру, чтобы не задуматься сильно. И вот эта вот первая интуитивная мысль, такой вот посыл очень тонкий, он всегда 100% правильный. И я уже сколько сама и на себе проверяла, и вот на людях тоже отслеживаю. Мы не всегда с ним соглашаемся, с этим посылом. Мы вот понимаем, что вот что-то такое вот тут не то, вот как-то какая-то опасность такая, вот чуть-чуть так волной прозвучала, да, что-то такое. Или вдруг раз стало комфортно, там, в ситуации или рядом с человеком. И вот это обязательно надо слышать. Потому что сигналы, идущие от Бога, они никогда не навязчивы, они не громкие, они очень тихие, но они есть. И надо вот этот ориентир в себе держать. И тогда количество ошибок в жизни уменьшается, количество счастья добавляется, да? Вот. И люди сейчас, в общем-то, утончаются. Вот я смотрю, они уже тонкие энергии чувствуют, они уже людей друг друга чувствуют, да? Это очень хорошо. Это говорит о том, что мы развиваемся, действительно становимся тоньше. Поэтому вот этот ориентир, он точно приводит к счастью. И что я еще хочу сказать? У нас очень сильно такая зацикленность на результате. Если я чего-то достиг, вот тогда я буду счастливой, да, вот у меня есть готовый результат. И это всегда дорога в никуда.
Потому что результат, во-первых, у каждого свой. Что можно считать результатом? Что я, например, встретился с другом, и у нас произошла эта встреча, и мы прекрасно пообщались, и в радости, и как-то взаимодополнили друг друга в этом общении, да? Или результат, что мы с этим другом там, создали бизнес, заработали деньги. Что можно считать результатом? Да? И поэтому, опять же, ориентир на счастье всегда лежит так называемой методике маленьких шагов или маленьких впечатлений. Когда человек готов и умеет быть счастливым от того, что просто светит солнце, от того, что он проснулся, от того, что у него есть вот этот день, вот эти люди рядом, вот возможность вообще там где-то жить, где-то даже питаться, потому что это мы просто не ценим. То, в чем мы живем, мы просто не ценим. А вот забери у нас это, потом мы, наверное, будем плакаться, да? Поэтому вот надо этому научиться, этому можно научиться. Быть счастливым от маленького. И тогда тебе уже подходит больше, потому что иначе ты просто заложник вот этих вот каких-то своих придуманных таких воздушных замков. Коли потрібно дійсно вкладати всі свої зусилля в ту чи іншу справу, мені здається, як на мене, так? Наприклад, вкладати зусилля, наприклад, в улюблену справу, так? Там потрібно працювати, там потрібно не стояти на місці. А що стосується, наприклад, якихось особистих бажань, особистого щастя, не завжди, коли ти щось робиш, це є правильним, тому що ти можеш вкладати, наприклад, людину, в яку не варто вкладати і не варто бути з цією людиною. Тому що, знаєте, ми люди, коли ми знаходимося в якихось відчуттях, почуттях, ми не завжди думаємо на свіжу голову, тому ми щось хаотично починаємо робити. От в яких справах потрібно чекати, куди тебе поведе ріка, так? А в яких справах дійсно потрібно трішечки потрясти ту грушу, щоб плід впав. Ну, давайте спочатку розберемося в професіональній діяльності і в бізнесі. Так? Здесь очень много, конечно, зависит от человека. Нужно делать много и становиться профессионалом высокого уровня, учиться всегда. То есть, ну, это действительно вот то количество работы, которое человек должен сделать. Но если человек это делает, опять же, вот все идет мотивация. Если он делает это ради денег, даже такой вот высокий мотив, вроде бы как надо обеспечивать семью, тоже не сработает. Человек должен получать радость. Вот есть такое высказывание, или делай то, что любишь, или люби то, что делаешь. Но в любом случае должна присутствовать радость и любовь. И мы, так как мы существа самонастраивающиеся, это тоже можно сделать. Но взять, посмотреть на свою работу там с другой точки зрения, даже если она тебе там не очень радует, да? Найти что-то хорошее. То есть поменять угол восприятия, угол зрения. И если радость присутствует, все, это пространство начинает вот этой радостью оплодотворяться, и у тебя тогда никакое количество работы, оно тебя не угнетает. Вот можно делать свое дело часами, да? Забываешь там вообще про время, забываешь там покушать, забываешь что. Ты просто радуешься, потому что это твое любимое дело, и так еще получается, тут еще и деньги. И тогда все хорошо. Но усилий надо много, потому что количество усилий переходит в качество нашей жизни и нашей деятельности. И если не набрано количество усилий, ну откуда возьмется качество? То есть некоторые люди так что-то на эмоциональном порыве начали делать. Вот сколько раз я тоже наблюдала. Да, нам это нравится, сейчас мы и так. Раз-раз-раз, эмоции схлынули. Первая там волна эмоций схлынула. И начинаются будни, начинаются какие-то препятствия. Там большие, небольшие, они есть всегда, да? И так, тут не так все радостно. А варто підтримувати цю високу емоцію? Чи все ж таки потрібно перечекати, ніч переспати з цією думкою? Ні, емоції, вони обычно от як вітер. Вони летіли, не летіли, вони мають такий вот дуже маятниковий ефект. Не стоїть підтримувати все-таки вірність в обраному ділу і вот эту вот радость. Радость, вона обычно не така, як емоція, вона не зашкалює. Вона просто є внутрі. Вот ти
знаешь, вот я, если делаю свое любимое дело, или там вот, например, я очень люблю картины писать, я только при слове живопись, у меня сразу вот здесь вот такой звоночек, да, что все, это моя радость. Точно так же, когда вот я с людьми тренинги провожу, вот раз, и так вот зона радости у меня открылась. Но она не проявляется сильно эмоционально. Просто это радость моей жизни. Вот это стоит поддерживать, и если что-то там гаснет, надо остановиться и подумать, что-то, ну, может быть, я не то сделал как-то, надо посмотреть, что-то происходит. Поэтому эмоции – это не одно и то же. Вот это наше глубинное вот такое, таким вот состоянием. А что касается личной жизни, здесь, если сильно хотеть и сильно много чего-то делать, то ничего хорошего не дает. Потому что здесь вот, скорее всего, надо положиться на вот это течение реки. Есть очень много ориентиров, чисто таких из социума, из наших семей, когда это все тоже вот информационные программы. Они никуда не делись, они передаются и по роду, из вот общего пространства мы их слышим, когда говорят, надо выйти замуж. Почему надо? Потому что надо. Потому что лучше замужем, хотя не факт. Надо родить ребенка. Почему? Ну вот, у остальных есть. Я бы тоже не против. Надо вот, а как же, вот там для здоровья надо еще такие варианты. Очень там вариантов очень много, и это не те ориентиры, которые приведут, опять же, женщину или там мужчину к счастью. А я в своей жизни тоже, вот моя первая семья, она была для меня как таким, скажем так, тренажером, когда я вот эти вот родовые программы, точно вот в них вошла и убедилась, что ну, нельзя выставлять ориентиром просто вот создание семьи любым способом. Ну, это еще вам там мамуся и бабуся сказала, что моя будет так и не иначе, и иначе, да. Не выпендри, иначе у тебя все плохо. Женщина может какой-то период жизни пожить одна и быть абсолютно счастливой, да, с ребенком, без ребенка. А ребенок может быть счастливее только у счастливой мамы. Да? Нельзя быть несчастной и при этом говорить, мой ребенок счастливый, я все для него делаю. Знаете, есть тоже такая хорошая притча. Идет мудрец по дороге и видит человека очень уставшего, очень несчастного. Он сидит на обочине, и он его спрашивает, говорит, почему ты так страдаешь в своей жизни? Объясни мне. Он говорит, мой прадед страдал ради моего деда, чтобы мой дед был счастливый. Мой дед страдал ради моего отца, чтобы мой отец был счастливый. Отец страдал ради меня, а я страдаю ради своих детей. Он говорит, ну что, кто-то у вас по роду был счастливый? Он говорит, нет, но дети мои точно будут. Нельзя передать счастье, если ты несчастлив сам. Поэтому здесь ориентиром надо выставлять, найти родственную душу. Вот тоже родственную душу. И тогда с этой душой уже можно будет строить и семью, и какие-то там достатки, какие-то там, ну, в общем, уже заводить какие-то семейные хозяйства, скажем так. А у нас получается, что хозяйство на первом месте, отношения уже потом. Поэтому ми перервемо з вами на невелику розважальну паузу і більше поговоримо про щастя, про почуття, відчуття і основні чинники, які це щастя створюють. А ми після невеликої паузи повернаємося до студії і продовжимо наше спілкування з Оленою Ігнатовою. Це програма «Покидаємось разом». Ми продовжуємо наше спілкування з психологом та бізнес-тренером Оленою Ігнатовою. Пані Олено, от ми з вами говорили про щастя, ми згадували такі чинники, як радість, як улюблена справа, як кохання, як рідна душа. Що ще входить до цього великого слова щастя? Що потрібно, що необхідно мати в своєму житті, щоб бути, відчувати себе щасливим? Опять же, і по вічному опиту я теж можу сказати, що поки я іскала щастя, вот чисто не на каком-то материальном уровне или там на уровне человеческих отношений, а я человек очень активный, я очень много делала, я там очень много всяких школ прошла, и психологов. В общем, 10 лет я искала, что-то искала, сама даже толком не знала, что. Но когда я нашла, я поняла, что вот да, оно того стоило, потому что невозможно, у нас внутри
заложен такой механизм. Это изначально, вот от Бога, опять же, заложен механизм. И ничто материальное или интеллектуальное нас удовлетворить до конца не может. Как бы мы ни надрывались в этом плане. Поэтому счастье всегда лежит за пределами нашей жизни. Это смысл человеческой жизни. И вот когда я уже попала в духовную школу, когда я уже поняла, что надо выстраивать отношения с Богом, потому что ну, Он создатель этого бытия. Ну как без Него, да? У нас часто эта связь разорвана. Или она на каком-то очень формальном уровне. Там я пойду в церковь, поставлю свечку, всю эту галочку себе поставил, все, у меня с Богом есть отношения. Нет, это тоже не работает. Это не работает. Это целое огромное такое пространство жизни нашей, и там глубина, и там суть всего происходящего. И вот когда ты начинаешь понимать, ради чего ты живешь в этом мире, тогда все происходящие события приобретают очень глубокий смысл. Ты понимаешь, что бы ни происходило, это нужно. Это нужно для твоей души. Для того, чтобы эта душа получила там и негативный опыт, и позитивный опыт. Для того, чтобы она продвинулась в своей эволюции, для того, чтобы она перешла после смерти в более высокие миры, да, то есть все приобретает вот такой вот очень глобальный смысл. И все, и мелочные такие вот заботы, они все меньше и меньше тебя затягивают, и практически ты становишься, ну вот как говорят, душа человеческая вечна. Вот попробуй поживи вот в этой вечности, ощути это. Что маленькие какие-то сегодня, да, они не должны сильно человека цеплять. Это же такие простые методики говорят, ну подумайте, как вы будете относиться вот к этому жуткому, страшному событию через 5 лет, если вас это прямо сейчас, ну совсем там, расстроило. А в период, когда людину важко, ей потребна підказка. Про те, що фахівці можуть підказати, ми поговоримо далі, але якщо людина залишається вдома в 4 стінах, так? Я зайшла на сторінку вашого сайту Дарслово, там перелік книг, які змінюють життя, і перелік фільмів, які змінюють життя. От, щоб не перераховувати всі, ви можливо підскажете, які от найкращі. От коли розумієш, що вроді все нормально, то не все нормально, але якийсь потрібен товчок, щоб далі йти, так? Щоб далі розуміти, що тобі потрібно робити, як ставитись до тої чи іншої ситуації, як себе далі проявляти в стосунках. Такі фільми ви порекомендували, які книги насамперед. Хто із, взагалі, супер, перший із хіт-параду? Ну, ви знаєте, я 10 років займаюся, теж от у мене є відеотека. И я веду видеотеку для людей, ту же библиотеку. И тут рекомендация может быть такая. Каждый человек для того, чтобы не копить в себе негатив, он же никуда не девается, у нас вот есть и негатив чувств, негатив мыслей. Надо иметь методики профилактики своего сознания и такое, знаете, как волшебное такое скриню, сундучок, где у тебя лежат твои быстрые помощники, твои инструменты, да, когда тебе надо срочно выйти из какого-то тяжелого состояния. А почему это надо делать? Потому что без умения он самый страшный, его к себе нельзя подпускать. Он настолько затягивает человека, ну, вплоть до суицида. Это сейчас сплошь и рядом, особенно молодежи, это страшно слышать. И надо быть хозяином в своем мире и понимать, что вот только у меня уже накопилось что-то, вот мне уже просто грустно, мне уже просто плохо, я уже чувствую, что следующий шаг, я уже лягу и ничего не захочу в этой жизни. Надо останавливаться и срочно из этого сундучка доставать любимые книжки, любимые фильмы, любимые воспоминания в своей жизни. У каждого есть эпизоды, когда они были счастливыми. Что-то посмеяться, обязательно посмеяться, потому что смех, он имеет такое волшебное свойство разрядки негатива. Вот, ну, есть методики, прям вот люди смеются, да. Но у меня, например, есть коллекция, там написано анекдоты, юмор. Mm-hmm. И вот я собираю из интернета такие истории, которые меня просто вот согнули пополам. Вот я так смеялась, что просто, ну, вот, до... И эти истории потом, если вот мне грустно, если что-то произошло, у нас у всех в жизни бывает такое, я их достаю и начинаю смеяться. И я понимаю, что в этот момент я открываю себе дорогу на выход из этой ситуации. Невозможно решить ситуацию, когда тебе плохо. Надо сначала выйти в ноль
то есть себя поправить, и потом уже ты сможешь увидеть выход. И чем быстрее человек вот эту вот профилактику делает, ну это как с болезнью, это болезнь души, точнее так же болезнь тела. Чем быстрее человек этому обучается, тем потом ему все легче и легче выходить, и он становится такой стабильный. И у него появляется такой внутренний духовный стержень, когда его тяжело уже сбить. Это человек действительно уравновешенный, спокойный, он действительно знает, чего он хочет, он равно идет по жизни. И вот тогда все становится проще. Поэтому фильмы, ну, если я, например, потом рекомендую, это будут мои любимые. А у каждого человека есть свои. А кто из авторов наикраще? Ну, у меня очень сейчас, например, понимаете, вот сколько периодов было в моей жизни, столько было любимых книг, да? Вот сейчас, например, мне очень идут книги, это Экхарт Толле, это «Тишина», вот «Здесь и сейчас» в его книге, да, он очень хорошо вот объясняет, работает. То есть каждая книга, она несет тоже такую вибрацию настройки с автором, и очень сильно Библия настраивает на очень такие гармоничные вибрации, тоже вот если читать, прямо сразу вот ты чувствуешь, как у тебя пришло успокоение. Если не пытаться там менталом как-то вот сильно там копаться, хотя это тоже надо, надо познавать эту книгу, но иногда вот просто для того, чтобы успокоить свой мир внутренний, ну, ты начинаешь читать эти тексты, и вдруг раз тебе стало хорошо, потому что очень сильно. А ви знаєте, що дуже багато людей, спілкуючись з людьми, вони говорять, ну це Біблія, це взагалі настанови, це постулати, і там потрібно дотримуватися. А ось ви, психологи, і ваші колеги-фахівці говорять, це не так нам просто трактують цю книгу, якось нав'язливо завжди її, а ну візьмемо, почитай там, да, і якось так. А люди, коли їх заставляють щось робити, якщо потрібно якісь правила виконувати, то це трішечки відштовхує. А коли потрібно, а коли насправді от, донести, що Біблія це не просто закони, де потрібно дотримуватись, це велика мудрість людська, і просто прочитає її, зрозуміє для себе щось. Знову ж таки. Ну, везде, де присутствує слово «должен», везде є програма давлення, і чоловік дійсно сопротивляється. Для початку можна попробувати такий інтересний експеримент. От візьміть Євангеліє, ну, небольшого формату, да? И вот у вас есть какая-то ситуация, и вы попытаетесь получить ответ, потому что это книга жизни, там действительно есть ответы на любые наши ситуации. И задайте вопрос в глубину своего сердца Богу и попросите подсказки. И возьмите, откройте на первой же странице. На полной концентрации, да, еще постарайтесь, вот пока у вас закрыты глаза, еще так просканировать именно по страничке, где-то вверху, внизу, ну, текста много. Вот интуитивно прочувствуйте, где ответ лежит. Когда эта фраза выйдет, вот с этого момента попытайтесь поразмышлять и эту фразу прямо приложить к своей ситуации. Что она вам подсказывает? Вот как себя вести? Для чего надо навык? Да? Очень интересные такие. Хотя из любой книжки, в общем-то, можно получать такие ответы, но вот именно из Библии. И вот тогда она прорастает в жизнь, и она становится действительно книгой-подсказкой, карманной книгой, да, такой вот, с которой ты найти с ней можешь. А догматы, ну, есть некоторые правила, которые, в общем-то, надо соблюдать для своей самодисциплины. Человек не может так анархично жить, чтобы там, я что хочу, то и делаю. Нет, есть определенные правила, они дисциплинируют, они человека тоже вводят в определенный там эгрегор христианский, чтобы человек привык к этим энергиям, к этим пониманиям, то есть он вошел в это пространство, но это не догма, чтобы оно не висело на человеком, как вот. Потому что я встречалась с людьми, у которых было 500 правил, это была, я жила за границей, это была одна из иудейских, как они называются, общин, вот у них было 500 правил. Тяжело им было жить, они так старательно соблюдали, но добра это как-то в их души не добавляло. Вот эта вот разница была между внешним и внутренним сильная. На жаль, ефір не добіг кінця, питань безліч, так як і відповідей. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я думаю, що такий наш вранішній ефір, можливо, комусь, якщо хоч трішечки допоміг вніс якусь ясність в життя, то ми будемо просто від цього щасливими. Дякую вам. Я нагадаю, що у нас в гостях була Олена Ігнатова, психолог та бізнес-тренер. Одна із наших сучасниць, відома Анджеліна Джолі, сказала, що
Щастя – це вибір, який потрібно зробити. Я вважаю, що ви робили правильний вибір і що ви були від цього щасливими.